Всем привет, продолжаем проходить кампанию в Героях Меча и Магии 5. Так, надо вспомнить, на чем мы тут остановились. Гильдия магов. Регенерация, кстати, хорошая вещь. Молния, призыв Осиного Роя. Мне нужно найти слезу Асхи. Найди место и проведите там обряд. И Захир должен выжить. Понятно. То есть сейчас у нас заключается лишь кампания в том, чтобы собирать обелиски. Хорошо, ладно. Я понял. Так, добро пожаловать в мою армию, архимаги. Давайте артефакты чекнем. У меня один слот, все свободен. Ну ладно. Та-дан, та-дан, та-дан. Ох, нифига тут. Что-то вот сюда хотел зайти. Знание. Ожерелье такое себе. Сандалии святого — интересная вещь. Плюс один ко всем четырем характеристикам основным. И плюс один к боевому духу и удаче. То есть... плюс один ко всему вообще. Вот, но у меня... у меня говно, по сути. Ну, то есть, шлем короля гномов, он хороший. Сет, вернее. Но в этом-то и дело, что надо собрать сет. Ладно, оставим пока все так. Регенерация выучена. Сюда нам нужна слеза Асхи. Тут мы почистили. Значит, нам гидром идти. Единственный вариант. Мне нравится то, что тут немного путей, куда можно пойти. Это значит, что не будут приставать всякие боты. То есть сейчас мы зайдем в подземелье, и все, это единственный проход. Ну, как я понимаю. Так, собираем ресурсы. Подождите, давайте мастер артефактов. Сделаем мини-артефакты, пока я не ушел далеко. А то уйду на завоевание и все. Надо же артефакты сделать. Так. Плюс 5 к здоровью существа. Плюс 6 к нападению существа. Плюс 20 к инициативе. Плюс 2 к скорости. Плюс 3 к удаче. Плюс 66% к понижению урона от заклинаний. Но это жестко как-то. Не знаю, защита, наверное. Подождите, прежде чем лепить... Ну, во-первых, на големов. Нет, стоп, не на големов. На джинов надо. Я так думаю, что защита... непробиваемость магии. Наступательный закон наносит этому существу на 50% меньше урона. Можно вообще под ноль это все сделать. Давайте для джинов. Почему именно для джинов? Потому что... ну, потому что... можно скорость взять. И защиту. Амулет «Осторожная лень». А, ну тут визуалка только отличается. Уберите артефакт. И что? А, вот так, наверное. Допустим, можно големом что-то слепить. Допустим, защита и... у меня ресурсов уже не хватает.
Да, здесь уже считается скорость 10. Это я понимаю. Но просто мы джинов как бы делаем, поэтому... Так, по ресурсам можно немножко... уступить как-то, я думаю. Можно, знаете, что еще сделать? Надо подумать. Может быть, стали? Надо стали сделать артефакт. Ладно. Остальное как бы... Подождите, у них есть защита от магии? А, 75%. Смысла не вижу делать им. Можно сделать големом, но зачем им? Не големом, вернее, а джином. Давайте скорость возьмем и защиту. 10 дерева надо. Ух-ё. Тут же у меня еще не скуплено все. И дарить колотить. Да где столько денег взять? Че, блин, издеваетесь? Да нет у меня столько денег. Игра, ну, блин. Та-дам, 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 та-д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 а-
Короче, надо ресурсы еще чуть-чуть пособирать. Я предпочитаю поступить так. Подсобираем ресурсов и артефакты сделаем хотя бы големом. Еще денек. Вроде капают все. Скорость меня интересует. Или инициатива. Хотя зачем он инициатива? Главное добежать и урона меньше получать. 10 кристаллов. Да ядрить, колотить. Что ж такое-то, а? Что вам всем надо вечно от меня? Ого. 10 тысяч. Ну давай, ладно. Просто я сейчас пойду уже в бой. Ждать, сидеть эти кристаллы. Можно, кстати, разбить. Угу. И получить назад ресурсы. Вот теперь я понимаю. Немножко другой будет баланс сил. Ладно, блин, эти артефакты меня измотали. Давайте дальше уже идти. А по опыту нормально, можно джинов еще сделать. Вот с мини-артефактами поинтереснее уже установка. Так, ну, наверное, как-то вот так, что ли. О, нет. Одного джина убило. Ай-яй-яй-яй-яй, так делать. Так, вот эти говнюки будут разгоняться. Нельзя им этого позволить. Лови ответочку. Сколько там удачи, кстати, 5. У нас и так более чем достаточно удачи. 5 удачи это, по-моему, кап. Ну, типа... той, которая работает. Давайте вот так жахнем. Хорош. Пять-девять. Смысла не вижу.
так попробуем. Ой, как хорошо. Давайте ее убьем на всякий случай. Не хочу, чтобы она мне еще джинов. 4400 с удачей. Лови. Оу, да. Еще кожахни. Хорош. Каждый выстрел. Это я понимаю. Так, сталь достает. 12-16. Ну, думаю, с удачей сейчас просто уничтожит. Да. Давай-ка навестим минотавров. Давай, втащи им пяткой прям. Без удачи. Замедление пойдет. Так, тут надо фантомом бить, но аккуратно. Хорош. Да, и сдох. От полученного в ответ урона. Лови. Че, дурак, что ли? И не вставай. Один джин. Так, навык, который позволяет герою создавать мини-артефакты 3 уровня. Это интересно. Давайте магическое сопротивление возьму. Это плюс еще 15% сопротивлению. Вспоминаем, что у стали 75, у джинов 50. Я не знаю, как враг будет их убивать, честно. Но это меня и не касается. Это уже их проблемы. Хотя мини-артефакты 3 уровня, это звучит жестко. О, тут нам секстант дают. И тут у нас еще есть камера. Ну тут плыть в любом случае. Оно и видно. Вот лучше бы ты сдался, скотина. Гнил бы дальше в своем подземелье. А так освободишься. Угу. Можно зарашить, убить. Почему бы и нет? Лови. Да-у-у-у. Блин, ну эти больно будут. В любом случае сейчас долбить. Надеюсь, не убьют никого особо. В джина. Ну, если мы сейчас убьем их до того, как джин походит, то нормально. Блин. А, нормально, ставим. Да. Если сейчас не пробьет этот боевой маг... Он пробьет. То это сделал бы вот этот мелкий гремлин-вредитель. Лови, блин. Ой, хороши вообще. Ой-ой-ой-ой. Не успели, да, никого убить? Ни ядом, ничем. Не бывает. Так, секстант мы берем. Куда он там ставится? А, я понял, почему слот у меня этот пустой. Просто его больше нет. Мне нужна лодка, но не хватает ресурсов, поэтому придется подождать. 14 кристаллы, 20... Достаточно ресурсов. Ну, бывает. Не-не, не надо раскопки. Тут копать-то нечего. Вот тут мы, получается, просто ждем. А прикиньте, грааль прямо здесь лежит. И я такой, и это... Стою, мне просто лопату нажать, и все.
Это было бы забавно. Так, ладно. Скупаем войско, которое, вероятно, я сейчас поеду доносить дальше. Самому герою до того, как он уплывет. Давай, садись на корабль. Блин, гремлины дорогие. Нынче пошли, да? Как так, казалось бы? Эх, ладно. Хрен с ними, с гремлинами. Даже у этого героя след появился. Ну, хотя бы 8 джинов. Ничего, сейчас мы найдем кристаллов, и на следующей неделе я подберу. Вот так как-то, да. 3 единички, и здесь единичка. Все, возвращайся домой. А здесь мы плывем. Плывем в безвестность. Туда, не знаю куда. Блин, тут надо целый день потратить. Даже не один, чтобы посетить этот обелиск. Стоит в таком месте подлом. Я не знаю, что это за место. Я, видимо, его еще не встречал. Но оно где-то здесь, в подземелье. Это 100%. Так, ты пока спи. У нас только один противник. Не думаю, что он опасен. Так, вот это мне надо. Ртуть мы забираем. Преследовать, оставить в покое. Ничего себе. Тюрбан. Много ресурсов. Вот что меня тут привлекает. Блин, надо, наверное, не стоило этого делать. Ну ладно, уже сделал. Да нет у меня столько кристаллов. Извините. Неделя мертвого шпиля. Второй день подряд. Вторую неделю подряд, вернее. Интересно. Ладно. Давайте сюда ваших драконов. Надеюсь, будет не больно. Да, надейся. Какой неприятный стак. Не этого я ожидал, но ладно. Драконов охренеть просто. Тут, кажется, в любом случае будет отхват. Ну, пока отхватывают 26. Давайте вот так жахнем. Ой, хорошо, по двоим. Лови. Нет, не надо в магов, скотина. Мри, блин. Помянем колоссов. Плюс один. Нет. 4. 1 остался, да охренеть. Еще этот добавил, уродец. Давайте ответ собьем. Прощайте, колоссы. Но они большие, они неуклюжие. Понятное дело, что их ждал такой конец. Их не закрыть и не спасти.
4-5, давай. На нафиг, 9. Удача? Нет. Блин, ну оставьте магов мне. Эх. Еще минус дракон. Так, ну это я подставлюсь. Не хочу, если честно. Еще минус дракон. Ладно, пусть клюет. На пауэр. 1800 эти ребята. Вот это неприятно. Давайте напакостим. Немножко. Хотя, возможно, кристалл тайного туда надо было. Ну ладно, уже не суть. А, опять минус все маги. Так, ну джинов я точно не буду простреливать. Ловите. Прощай, дракон. А ты чего хотел? Сейчас улей будет их тут кошмарить. Наиба нефиг. Я могу еще стену мечей поставить. Вообще веселее будет. Минус 2. Это будет прям конкретное веселье. Да хватит ходить уже. Ты умираешь. Тебя это тоже касается, блин. Все, минус эти ребята. Если небесный щит, он спасет от урона ядом? Мне кажется, нет. Но я проверю. На всякий случай. А, подождите, регенерация же у меня есть. Я туплю-то. Вот это хорошо. Надо попробовать регенерацию. Да-да-да. Улей же еще их отбрасывает. Да, слушайте, а щит защищает действительно яда. А, нет. 16 урона они получили просто. Понятно. Ну ладно. Надо регенерацию попробовать. Тем более они моралятся. Да хорош. Ну, по идее, должен сработать этот вариант. Сейчас посмотрим. Так, вы вообще не подходите даже. Больше времени. Ага. Это работает. Значит, надо их задержать. Надо их задержать и вернуть себе всех магов. И наколдовать ускорение на магов, чтобы они чаще ходили. И ожидания прожимать, а не бить. Что-то в этом духе. Можно вот так еще. Что-нибудь поймаем интересное, может быть. Колоссов жалко, но ничего страшного.
Лови, блин. Сломала улей, не сломала, даже два урона не хватило добить. Так, отбрасываем их еще. Какой же улей все-таки противный скилл, а? Не понял, а чё? Почему регенерация не работает? Или у меня типа она слабая? А, длительность один ход. Ядрить, колотить. Ну, слабая просто. Ну, каждый ход буду колдовать, значит. Блин, не успею всех отрегенерировать. Это надо магию света. Тут улей просто забьет сейчас ее. Мне этого не надо. Блин, а как бы улей сломать, а? Вот так, наверное, да? Без удачи, да, давай. Так, мне теперь надо, наверное, ее как-то стеной клинков закрыть или что-то в этом духе. Нафигеть я тут мучу просто. Хотя она от чумы, наверное, сейчас сдохнет. Надеюсь, нет. Сдохла, да. Не, давайте попробуем получше посражаться. Я просто поздно понял, что я могу сделать. Такие возможности есть у мага. Я, блин, просираю. Просто если бы регенерация дольше работала, вообще цены бы не было. И можно попробовать как-то так сделать. Вот, колоссов не достает. Это немножко обуз получается. А, ну вот эти достают все равно. Задница, короче, с любой стороны, да? Ладно. Надо 25 боевых магов сохранить. Не трогай ты их. Жахни-ка его. Ну, один умирает железно, да. Может быть, получится больше сохранить. Да-да-да, давай. Плюс каменный голем. Стоим в дефе. Лови подарок. И вот здесь еще поставить. И вообще идеально. Они ничего не сделают. Не, она пойдет, конечно же. Да? Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Может, давай убьешь с удачей? Хорош. Да, будут стрелять, видимо. 12. Тварь, блин. Так. До свидания. Или нет?
Блин, но мечи слабые, я учту на будущее, что они такие себе. Надо улей ставить. Не попал, да, бывает. Справились таким образом. Придется дальше ульем ее мучить. Ладно, результат уже неплох, как бы. Всего-то вернуть архимагов к жизни. Забывчивость, отлично. Забывчивость — это здорово. Можно и так. Можно и так этот вопрос решить. Так, они же не должны вообще стрелять, да? Давай, отдыхай. Много маны, конечно, это все уходит. Не могу позволить, блин, умереть. Да? И плевать на забывку, я понял. Ну ладно, фантома хотя бы ушло. Допустим. Что я с этим могу сделать? Хрен знает. Поставить еще, возможно, стену мечей. Чтобы жизнь малиной не казалась, да? Это глупо. Так, сразу ходит улей, молодец. Сколько там, 25 у меня было боевых магов? Сейчас мы их вернем. Улей будет ее отбрасывать. Это самое лучшее средство, просто в прошлый раз как-то не повезло, улей не успел до нее походить. Так, ты жди. Жди, говорю. Но сейчас расход маны даже поменьше уже, чем был до этого. Не долби ее сильно, улей. Не мучай. Владычица тени, блин. Отбросится, нет? Нет. А, нет, отбросилась. Да. Когда поднятие мертвых не действует на живых, приходится вот таким вот заниматься. Может быть, даже воскрешу еще колосса. Сейчас посмотрим. Но важно всех магов вернуть до последнего. Колосс — это ладно. Разменная монета. Этих не тронули, хорошо. Так, ну и все, по идее,
Осталось только регенерацию на колоссов кинуть нормально. Давай, улей, работай. Выигрывай нам время. Ну там еще стены мечей вон стоят. Тоже бесячие. Так, отлично. Давай, колосс. Хорош, лучший. Ну и все, можно заканчивать бой тогда. Без потерь. Получается, без потерь. Потеряли только одного гремлина, и все. Не, вот регенерация, это вообще супер, что я ее выбил. Она чертовски полезна, реально. В таких ситуациях. Добиваю уже, ладно. Да? Хм, пожалуйста. Вот это я понимаю. Я думаю, все опытные ребята так делают. Есть еще, кстати, форт на холме. Но колоссов я не вижу смысла улучшать. Зачем? Зачем мне это? Много ресурсов. Вот так только можно сделать и все. Посох Сарысы. Игнорирует сопротивление существ к магии. Однако защита от магии и невосприимчивость к магии будут действовать и дальше. Не понял. Ладно, если поставить сет. Сет не особо роляет. Но тут 2 к нападению и защиту. И 50% защита от заклинаний холода. Ну, давайте поставим посох. Все-таки маг. Если мне не понравится, я переставлю. Сделаем так. Забираем все ресурсы. Или сделать все-таки. Не, давайте сделаем титанов. Я передумал. Они покрепче просто. Ну и стреляют. Как бы тоже такой приятный момент. Не то чтобы они будут прям тащить. Ну и здесь давайте улучшим сразу. И тогда и подкрепления будут подходящие, скажем так, приходить. Идеально просто все скупил. Просто идеально. Можно будет довозить. Нам надо вот сюда куда-то. Судя по всему. Ладно, давай. Что тут? Телепорт, призыв улья и берсерк. Вот берсерк — это просто мое почтение. Просто охренительное заклинание. Она может такой суеты навести, что просто, ну... Кидаешь одно заклинание, как бы, мало того, что противник тебя не атакует, он еще и по врагу урон наносит. И ответный удар потом получает. Короче, да. Вот для этого магия тьмы нужна. Мне предлагали, я не взял. Надо было взять, наверное. Контроль — это интереснее, чем просто хаос, который долбит и все. Так, что у нас тут? Святое слово, нечестивое слово. Офигеть, вот это сочетание. Но ни то, ни другое мне не нужно здесь. А небесный щит у меня есть. Так что, как бы, ну такое себе. Кристаллов, кстати, хватает на порцию големов. Ой, не големов, а джинов. Давай.
вообще шикарно. Потеряно 3000 опыта, да и хрен с ним. Девяносто джинов. Правильно делайте, лучше бегите. Вернули с лихвой опыт. Так, тут у нас грибок какой-то. И этот. Колодец. Угу. Получается, возле кристалла прям, да? Постараемся запомнить это место. Я знаю, где слеза Асхи находится. Ну, типа открыл рисунок, но где это находится, пока что я не знаю. Без понятия вообще. Подожди, а тут проход? Или нет? Или это просто выглядит как проход? Ладно, поплыли. Если что, я еще корабль куплю. Довезу войска потом. Кстати, я думаю, можно этим заняться будет сейчас. Много войск не бывает. У меня тем более на ветеране. Сложность игры стоит. Так, еще суша, да? Хорошо. Кулон мастерства. Дополнительный уровень к основному навыку. Этот... А, ну это понятно. Видите, элементали. Может быть, они вообще согласятся со мной воевать. Так, а ну-ка сюда. Ну это такое себе. Погнали, отвезем подкрепление. С целых 2 недель, считайте. Преследовать, конечно. Мне опыт нужен. Можно чуть-чуть попреследовать. А, да? Ладно. Думал, бой поинтереснее будет. Это 1800 урона. Ну куда же вы мне столько джинов-то даете? Сюда. Это ко мне, ребята. Понимаю. Мне кажется, они скриптом присоединяются. Что-то мне подсказывает. Потому что у нас герой такой, знаете, элементалист некоторый. Вот. Может, мне просто кажется. Так, и надо быть внимательнее с местностью. Поскольку здесь любая местность может быть похожа на ту, которая нам нужна. Садись в корабль. Все отлично. Понял. Вопросов больше не имею. Кого? Я думал, это будет дольше. Так, ну тут надо целый день. Отзвуки и плача первого дракона достигли ваших ушей. После долгих раскопок ваш герой наконец нашел слезу Асхи. Вот и все. Вот и сказки конец. Кто слушал, молодец. Просто вижу колодец сразу. Задачи выполнены. Еще бы не выполнить эти задачи. Я не должен бы настолько поддаваться восхищению. Да ладно тебе. Нормально все. Да, давай. А у меня нету.
Ну это жесть. Это просто жесть. Вообще, понимаете, что такое 40 этих? Тут неприятно. Ну ничего страшного. Да убьешь ты Титана, конечно. 39 урона. Давай, до свидания, домой. Хочу убить их. Жесточайшим способом. Лови. Я же хитрец. Так, восстанавливаем последнего. Единственного потерянного джина убиваем. Вы как хотели. Нифига себе. Подожди, я тут задержусь. Вдруг я потом не смогу. Со слезой Асхи все сделаю. И миссия закончится. Я хочу здесь повеселиться немножко. Давай-ка доставим посылочку. Мне кажется, не может быть такого здесь, что... Типа слезу Асхи отнесу и все, миссия завершится. Ну это как-то... Ну типа, как же карту исследовать там, нет? Я хочу исследовать карту, заповедник мой теперь. Давайте-ка сюда тоже зайдем. Красному игроку я бы зашел. Но что-то мне подсказывает, что все-таки слеза это еще не все. Преследовать, конечно. 35 гидр. Но я понимаю их чувства. Я бы тоже был не в восторге. 16-22. Забывчивость. Можно без ответки бить. Минус 7. Тут и маг 300 урона наносит обычным ударом. 2. Давай, с удачей. 1095. Регенерация. Жаль, она вам не поможет. Хотя гидра один из лучших юнитов для магов. Потому что они могут стоять, просто регенерировать. И еще на атаке им никто не отвечает. Давайте еще опыт заберем. А я не вижу, кстати... А, вот здесь можно проплыть. Да. Блин, а может быть все-таки после того, как я... Но мне в самом начале дают слезу Асхи. Мне кажется, потом еще надо будет как минимум красного противника разбить. Потому что это странно, давать миссию, в которой есть враг, но ты не можешь с ним посражаться. Вернее, можешь, но типа он... Ну, короче, вы поняли. Ладно, не суть. Искусный мастер артефактов, давай мы туда пойдем скоро домой, потому что... Ладно, погнали совершать обряд. Фиг с ним. Не сел на корабль, это обидно. Целый день пропадает. Ракшас смысла не вижу строить. Тем более у меня 44 элементаля. Это жестко. Пусть они лучше сидят. Мясо на халяву.
Так. Отлично. Способность потеряна. Блин. Надо опыт заработать. Жаль, я не смогу слезу в городе построить. Посмотреть хоть, как она здесь выглядит. Тут она как корабль какой-то, по-моему, летящий выглядит, да? Слеза Асхи. Так, ты, короче, отдыхай пока. Не предлагают, кстати, мне отстроить слезу Асхи. А такой вариант вообще имеется. Ну, как бы... Ну, вот она, да. Небесный корабль. Ну, нельзя, ну и хрен с ним. Так, дача. Я не хочу пока ничего делать. Смысла в этом не вижу. Заклинания выучили и хватит. Небесный щит выучил. А, ну у меня типа из-за того, что у меня том призова. Из-за этого у меня был небесный щит. Демон говорит: «Безумный колдун, твои побрякушки и чары нам не страшны. Мы никогда не покинем тех земель, что завоевали». Значит, нам придется сдохнуть. Вариантов особо немного. Ой-ой-ой-ой, вот это неприятно. Один, хотя... Лови, блин, 25. Понимаю. А, ну без героя такое. Еще минус 2. Проклятие. У него, по-моему, 6-7. Жесткий урон. Вот это сейчас. Ой-ой-ой, сколько? 178. Ах ты сволочь мелкая. Так, стоп. Подожди-ка. Подождите-ка. Что-то это какая-то лажа. Немножко кажется. Но это жестко. А как этих чертиков вонючих убить? Надо сразу долбить их. С удачей ударь. Нифига. Дрожит аж. Да ладно. Давай чуму. Зараза. Без удачи, блин. Конечно. 154 маны. Ну не сволочь ли? 16. Больно. Ладно, значит, потратим только на самое нужное. Значит, быть потерям. Блин, вот это сейчас жахнет. Будет больно. Минус 6. Все равно. Еще 3. Будет больно. Сволочь. Терпимо, но неприятно очень. Големов, да, это правильное решение. На нафиг. Ой-ой-ой-ой, блин, с удачей бы жахнул. Хорошо было бы. Лучший.
тут плохо. Замедление пойдет. Давайте элементали еще призову. Блин, взяли ману, все забрали. Эх. Че, блин? Минус. Это лучше не трогать. Надо как-то вот, знаете, чтобы не задел никак. Да, вот так. 30! Ни хрена себе. Что-то жестко как-то, нет? Да, больно. Блин, минус все маги, короче. Не пройдешь, ты понял? То их 337, это многовато. Ладно, лупим здесь. Как тебе такое? Блин. Ну ты сволочь просто, ну. Мне больно смотреть на это. Ну тут по-другому, ну никак. Тут все равно много потерь будет, потому что враги такие. Их просто до хрена. И они до тебя сразу достают. Лови, блин. Вот это правильное решение. Пытаться как-то отхилить. Но всего один ход висит. Это слабо. Блин, я дурак. Боже, я забыл. Их нельзя вообще трогать. А. У них же стражающий меч, они всегда одного юнита убивают. Их не следовало вообще туда подпускать. Блин. Давайте я попробую еще лучше переиграть. Это слишком жестко как-то. Я не готов к таким потерям. Давайте-ка вот так сделаем. Бронепачку. Конкретную. Так, ну титаны пробиваются, да. Ничего не поделать с этим. Лови. Собачка не достает, но... Чему давай? Да какое ослабление, боже. Этот без удачи опять. Ну все по одному и тому же сценарию. 102 умирает. 153. Как же много маны. А. Ничего, сейчас затащим.
Как же он больно сейчас жахнет своей магией. Огнем. Метеоритка. Охренеть. А хотя у него больше не хватит маны тогда ни на что. Да блин, да ты охреневшая какая-то собака, блин, умри. 50. Нет. 6. Хотя. 6 это еще неплохо. Лови. Ну. Ускорение. Ладно. Вот это зря. Свидание. Да, неплохо. Давай вот так вот. О, хорош. И вот сейчас лучше. Где же удача, друг? Да, вот бей големов. Пофиг на них. Вот это неприятно, но никак этого не избежать. Так, тут надо, очевидно, этих ребят бить. На 14. Давайте улей здесь поставим. Ну а тут нет регенить архимагов. Боевых магов, вернее, никак. Потому что их много очень погибло. Даже маны, наверное, столько не хватит. Так, а маны сколько? А, ну правильно, метеоритный дождь. Использует и все. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Ой, блин, сейчас больно будет. 3. Не, нормально. Вот сейчас мне больше нравится, конечно. Давай вот так. Прощайте, вы мне хорошую службу сослужили, големы. Появились они же, понимаю. Да сдохни ты уже, ну. А чем тебя они не устроили? Даже они тебе могут вломить. 27, неплохо. Да-да, это гениальное решение. Да, вот так мне куда больше нравится расклад, если честно. Давай только в пещерных. Хорош. Улей надежный. Попытаемся отрегенить. Да, наверное. Прощай. Все. Улей делает свою работу. Мы пытаемся реснуть. Я не знаю, кого, правда. Наверное, надо титосов для начала. Они самые простые в этом ключе. Улей держит нормально. То есть он откидывает. Вон, пожалуйста. Он будет мучить до скончания времен этих владык. Предлагаю всю ману спустить тупо на реген. М-м-м.
не будем торопиться. Их 29, это будет долго. Но мы все вернем. Ну или не все, частично хотя бы. Сколько у меня их 12 было? Ну. Где-то 130 джинов, я помню. О, идеально. Все. Титаны все. Блин, джины слабо ресуются. Еще тележку сломали мне. Ты будешь вечно умирать. А у Ульи вообще есть период жизни? По-моему, нет. По-моему, до конца боя просто. Можно ульем просто убить пещерного владыку, если упороться прям. Я думаю, это возможно. Ну, гремлинов я, наверное, не буду резать. Хотя... Но они все равно расходный материал, как бы урона от них не особо. Если бы анимация еще улья была нормальная, она, к сожалению, какая-то очень долгая. Просто имба контроля. Регенерируй, я сказал. Хорош. Так, ну уже близко, по крайней мере, к тому количеству, которое было. Бедный пещерный. Но мне повезло, да, очень сильно, что он именно метеоритку использовал второй раз. Ух, ё, мана-то закончилась. Все? Все получается. Блин. Ладно, будем, значит, добивать. А что делать? Ничего не поделаешь. Если не раз отрегенерировал. Ну, минус магия, ну ладно. Да если бы не чертики долбаные, блин. Сейчас посмотрим, какие потери в итоге. Блин, один титан все-таки, да? У них 13 было. Ну ладно, 12 хотя бы осталось. Эти, ладно, вот маги обидные, джины. Остальные мясо и тележку обидно, конечно же. Повелитель холода. Кольцо холода и останавливающий холод. Это хорошая вещь, но... Так... Святое слово, типа. Бабах. И раскрыли истинную сущность, типа, да? Хрена себе. Если бы люди знали, как весело все взрывать, все бы хотели стать магами. Угу. Ну да, на этом миссия не заканчивается, к счастью. Или к сожалению. Эти ребят тоже опасны. Их можно было, короче, в людском обличии победить, я так понимаю. А можно вот так сделать. Ох, нифига себе. Приветствую. Или если говорить по-орочи, здравствуйте. Простите, я ищу Фриду, дочь Годрика. Не говори, я догадаюсь.
Зихир. Ого. Откуда вы знаете? Скажем так. Не всякий, кто заходит в гости и одет в мантию волшебника, приводит с собой летающий город и знает моего отца. Это она хочет сказать. Добро пожаловать. Прошу прощения, но за последние месяцы придворных манер у нее поубавилось. Знаешь, Дункан, порой ты мне так напоминаешь мать мою. Которая тебя недостаточно шлепала? Прошу прощения. Не могли бы мы обсудить то, как уничтожить Биар? Да, извини. Я так понимаю, ты причастен к тому, что произошло? Еще бы. И мне решил помочь один из тех красных священников, когда понял, что служит демонам. Это наша главная проблема. Их адская магия пропитана ложью и иллюзией. Уже нет. Демоны не смогут больше прятаться. Иллюзия развеяна. Надо думать, что вы найдете парочку новых друзей среди тех, кто раньше поддерживал королеву. Зихир, сегодня ты сослужил большую службу Империи Грифон. Мы навеки... Да ладно, не стоит благодарности. Слушайте, хватит у нас войск для завтрашней атаки. Я не знаю. Разведчики доносят, что демоны вызывают подкрепление, а Ульфстен связан там, у себя дома. Ульфстен? Похоже на имя гнома. Это наш старый друг и великий воин. Предводитель одного из гномьих кланов, но он объявлен вне закона. Воинство гномов. Меня всегда интересовала их родная магия. Покажите мне дорогу. Я хочу поболтать с вашим другом. Я могу и сам. Нет, мы оба нужны здесь. Иллюзия демонов пала, и на улицах будет твориться сущее безумие. Тогда ладно. До встречи в Когте. Теперь Зихил должен принять еще одно решение. Он держит в руках могущественную слезу Асхи. Но команда нужна больше. Если вы хотите отдать артефакт Дункану, нажмите ОК. Давайте отдадим. Мне просто дали двух других героев, переключили. Уничтожить адского героя, разрушить его город. Фрид должна подготовиться. Дункан должен выжить. Угу. Что они из себя представляют? Слеза Асхи у него теперь. Ну, видимо, нам город нужен. Искусная магия. В общем, ладно, на этом моменте мы остановимся. Продолжим тогда уже в следующей серии. Разберемся, стоит ли армию перекидывать или... Ну, качать одного героя или две армии играть. Посмотрим. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.